Ушлую жительницу Новосибирска, которая, проявив весь свой творческий потенциал, занялась производством липовых денег, осудили накануне. Саула Сагиндыкова прямо у себя дома устроила филиал Центробанка и Монетного двора. При помощи многофункционального принтера, фольги, копирки и прозрачного лака для ногтей она изготовила 51 купюру номиналом 500 рублей и одну 2000-ю банкноту. Последней рассчиталась в киоске, получив сдачу настоящими деньгами. Оставшиеся фальшивки у нее изъяли во время обыска. Суд приговорил обвиняемую к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Пока шло разбирательство, женщина находилась в СИЗО, так что наказание посчитали отбытым и отпустили ее прямо из зала суда.